Здравия желаю. И вот тут вот, у кого теплица есть, то можете применять. Освещение вот для теплиц. Вот тут 6 лампочек горит, видите? То китайские, 12 ватт. А что применяем? Применяем вот этот с ним. Видите? 400 микроампер, 6 вольт. То есть 2 ватта всего надо. Ну это я вчера показывал. Вот и эту зажег. То есть эту, и эту. То есть можно, как вам сказать, можно и 20 лампочек, и 50 лампочек. У меня вот 6 только горит. Ну и таких можно, и 10 штук, а таких уже нету. То есть не упускают, я хотел взять. Но можно лампочки вот применять. Вот на такие лампочки идет, видите, 2 ватта всего. То есть для теплиц можно делать не 2 ватта, ой, не 6, а можно 56 и 106. То есть все. У меня нету, я показал. Также ничего не будет. Вот видите, как счетчик, вот сутки уже стоит. Как счетчик стоял, так стоит. Может, вы думаете, что счетчик левый, да? Хорошо, выключаем-то все. Вот, выключаю. Видите, выключил. Выключил эту, выключил эту. Вот, не горят. Так. Берем лампочку вот. Ставим. И включаем смотреть на счетчик. Видите, счетчик сразу попер. То есть счетчик исправный. Эту систему можно применять. Вполне. А дальше будем усиливать-то все. По этому же принципу.